приехали в город-курорт Геленджик для того, чтобы побывать на супер-крутой дискотеке «Формула». Я хочу вас познакомить с самыми нереально крутыми тусовщиками этого города. Смотрите, один из них — это Джессика Альба. А вот ее муж-наркоман Петя. Есть еще парочку экземпляров, которые мы вам не показали. Я Дэвид. Я повелитель Глиттера, я Глиттером командую. Нам надо классно погулять сегодня ночью. Что вы думаете насчет сегодняшней вечеринки? Сегодняшняя вечеринка просто самая нереальная вечеринка. Здесь собралось нереально много людей. Люди бывают... люди сюда приехали из Краснодара и вообще со всех районов города. Вот микрофон. Да, я говорю, буду говорить микрофон. Со всех районов города Краснодара и не только Краснодара. Они просто всем пизда. Всем сегодня будет самая настоящая пизда. И сегодня будет самая крутая вечеринка. Я вам обещаю. Круто пели, крутая. Ой, супер, вообще класс. Мне так нравится. Я ждала, я просто ждала этот год. Открытие формулы. Завтра плейдей. Ну, ну ты рада? Конечно. Я о чем не могу сказать. Как ни о чем не могу сказать? Вам нравится? А вы что, юный корреспондент? Камера, мотор, поехали. Говори, говори, говори. Потом 315. Прямой репортаж номер 4 от West Side, West Coast Customs. Итак, я хочу сказать, мы выжрали весь Джеймисон, мать его, и перешли, понижаем градус, в Дубар Грин. Может показаться, что они одинаковые, но мы соседи, но они просто соседи. Это самая крутая вечеринка! Бездуем. Короче, я был на тусовке. Решил выпендриться. Ну, перед девчонками. Режиссер фильмов «Мальчишники. Старая закалка» представляет. А потом, короче, как понеслось. Сегодня цель тёлки, к которым обычно не подступиться. Сегодня мы изменим правила игры. Это будет реально круто.